Жития святых святителя Дмитрия Ростовского. Месяц Юлий. Девятый день. Сие чтение в библиотеке LibriVox. Все чтение LibriVox – достояние всеобщее. А что хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день житие и страдания преподобных отец Патермутия и Коприя, а с ними и Александра Мирянина. Юлиан цар во Христа первое веровавый, таже во отступство и злобу дьяволю уклонивися, и сын сатанин боевый, собрав многую воинскую силу, пойде на бран персидскую. Гряде же потем многие крови святых пролия, и ем двух пресвитеров антиохийских, Евгения и Макария, и много их мучив в Мавританию на заточение посла. В одни того мучителя бейше в пустынях египетских два преподобни мужи, Патермутий и Коприй, единомысленно живущие и купно работающие Богу. Бяше же Патермутий старейший лети и в подвигах иноческих искуснейший, и твердейший в добродетели. Коприй же мне лети, еще не весьма утвержден, наставляше се же от Патермутия, як ученик от учителя и сын духовни от отца духовного. Прежде не же яте им бъйти на мучение, поведа Коприй Патермутию видение еже ему нощью во сне бъсть. Видех рече, утверждающая си небеса и некоего светло мужа, жезл в руце и муща, грядуща ко мне. И пак я видях от другия страна и черна некоего против оному идуща и возжигающа огън и множество дъйма от него изхождаше. Той черни простер руку и атмя, и бъих среде дъйма в беде велици. Обайдоше бо ми е много е злая. Светоносни жена и муж далече отступи от мене и глас небесе прииде глаголи. Растерзати си имат плода човека сего и пак и обратит се на добро. Сие видев, воспренух смущен. Патермутий же рече, недобър е сон се и бою се да не отступиш от Бога живаго. Себо цар Юлиан, преступник от верк се Христа, творит гонение на Церков Божию и мню, яко и мъй и ати будем на мучение. Вещ обучадо, да не отречеше се Христа прещение муко боявся или ласкание ми прелестився. Но бой се Бога и помни заповеди Его и мужай ся. По видении том, днем немногим пришедшим, Юлиан цар с силою воинскою в пределы египетские прииде, и слышав, яко в пустынях оних многие пустынники пребывают, посла войны и пройти в пустыне оная, да великих обрящут имут на мучение. Тогда я ти бойше си отцы Патермутий и Коприй, и к мучителю на истязание приведени. И вопроси Юлиан преподобного Патермутия, колико лет жития твоего от рождения старче? Он же рече, 75 лет времени моя я на земли жизни. Возрев же цар на Коприя рече, рцей ты, юнейши, колико лет имаши? Отвеща Коприй, 45 лет мне ест от рождения моего. Повелел бо цар старца Патермутия отвести в темницу, а Коприя оставив, нача глаголати к нему сице. Принеси Богом жертва и человече да избегнеш ожидающих ти мук, остави прелест християнскую, я же ничесо же те пользует. Ибо я спрежде веру во Христу, и никое я же обретох пользой. Ныне же веруя Богом бессмертным. Многих и великих благодеяний от них сподобихся. И тебе обо получаю полезним учением, да и ты, отвергшися Христа, пожреши Богом, и будешь одесную предстоя и мне, многою благодать у мене имеей. Коприй же, отверсти ми усти, внимай словесам царевым, бъйс так и забивай себе и премени се от добра в зло, и поползе се в пагубу и рече ко Юлиану. Добре получаеш и ми от царю. Благо мне, яко обретох те учителя и наставника предобраго. Та же возвавили гласно глаголя. Юлиански е самотнине, а не християнски. Елико первие заблуждах в прелести християнской, толико нейне все изправлю. Поклоню се Богом и жертву принесу им. Такова е Коприя во словеса слышав цар, возрадува се радостью великою и рече. Блажени с человек се и паче всех человеков, яко позна древние отеческие боги, дающие вечную жизнь миру. И по сих словесах окаянный Коприй поклони се идола Аполину с жертвою, и отступив от Бога прия дьявола. И ангели свети отступиши от него, беси же обайдоши его и унемли куваху. Уведав же о том преподобни Патермутии, яко отступи от Христа Коприй, опечали се зело и начал нем плакати и рейдати, и преклони колена моляше се глаголя. Господи Боже сил,
Не погуби преступившего заповедь твою грешника. Помяни дела его, ими же в юности потрудись и любви твоей ради. Не отвержи от лица твоего, его же прелестише словеса законопреступникова. Помилуй создание твое и дело рук твоих взыщи. На утре же седе царь на престоле, стоящую пред ним коприю по десней стороне в одежде червленой, и повели Патермутия привести на испытание. Ведомо же бывшу преподобному, узре его копри и рече, «Се идет прелестник, и же развращаше спасение мое». Душе чуже близ судища старцу возва к нему копри и глаголя, «Что Патермутие, видишь ли ми радующася, а ты плачеши? Юлианский есам, а не християнский». Отвеща Патермутий, «Вижду те смеющася и плачуся у тебе». Глагола цар к старцу, «Не плачеси, но пожри Богом и радуйся с ним купно». Отвеща Патермутий, «Радость его временная есть, ныне радуется, а в будущий век восплачется, а ще не покается. Аз же ныне плачуся, в будущей же жизни возрадуюся. Все изде величается в червленой одежде, а у нам онак будет. Аз же зде нагодствую, а там облекуся в ризу брачную. Он ныне насищается, в будущий же век взалчится. Аз же ныне алчу, а в грядущую жизнь насыщуся, в негдаевице мне слава Господа моего. Ныне он тебе, царю земному, в чине слуг твоих со славою предстоит, а там от лица царя небесного с бесчестием утринется, и с бесей в геенне огненной вчинен будет. То рек старец возре на лице коприю и рече, «Горе тебе, окаянный, боевый первый сосуд благодати, ныне же гноеси, в нем же беси ликовствуют. Себо ангели отступишь от тебе, и демони окрест тебе сташа. Обнажился си Бога, облеклся же си в дьявола. Жизнь истинную вечную возненавидели си, временную же ложную возлюбили си. Но помяни дела юности твоя и прийди в чувство, остави прелесть, ею же люто пался си. И гряди ко мне, отчадо, возлюби Бога паки, ему же согрешили си покайся. Той же милосерд сущий приимет тя и простит тебе грехи твоя. Сия старцу изрекшу, умили се сердцем коприй, и раскаявся возва великгласно глаголя. Горе мне, горе мне, горе мне. И начак улебати се на сию и на ову страну. Та же ожив духу миг небеси воззрев рече, уже не съм Юлианов, но пак и Христов я съм. Согреших, преступив заповед Божию, беззаконновах, отвергся Господа моего, но всем познается благостыня Твоя, Владико, егда помилуеш ми согрешившего тяжко. Милосердство и человеколюбче у мне, суще мнение, яко древо сухо, и може плод отпаде и листви умертве. Словеса беззаконних прелестише ми и буря дьяволя погрузи мя, възфиста на мя змии, возрадоваше се у мне лица и бесовстии. Звезди небесния смутише ся, солнце же и луна скрише свет свой, велика го ради греха моего, им же преогорчих Бога. Но, ангели Божии и лики праведних, стеците се купно и вы всего мира соберите се человеци и оплачите падение мое и помрачение ума моего, яко лиших се солнца праведного Христа и огасе во мне свет веры и доброта душевна и отяси от мене. Та же обращ се к царю рече, почто прелестил ми се от дьяволе, почто в пагубу твою и мене привлекла и си законопреступниче. И совлек с себе червленую одежду, верже пред него глаголя. Приими твою славу, юже мне дали си, аз же пак и приемлю то, еже погубих. Благ бо ест Бог мой, и сотворит ми яко единого от неемник своих. Видевши цар Копри, яко Христу пак и обратившися, изпълни се гнева и повеля абие разжищи велио с ковраду железно. Копри же то слышав рече, добре повелели си о царю, сужи мя, науда и разсеци имя да многими муками падение мое изправлю. В первих же казни язык мой, понеже той первый согреши отверг си Христа. Тогда цар повеле разжещил лжицу мало железну и возложите на язык коприю. Видев же коприю лжицу разжену яко угли глагола к святому Патермутию. Моли се за мя к Богу Отче, ужасаю се бо муки сия. Глагола ему старец. Терпи чадо с радостью, и Господь тебе поможет. И бы стегда приложи се лжица к языку Коприеву, аби устуде аки лед, язык же не ужеся. И рече царь, вол свисут человеци сии, видите их на разженную сковраду, на ней же Евгений и Макарий жени бъйша.
відомим же їм бившим глаголокопрі к старцу. Молі за мя, учителю мой, ібо вельмі боюся мучення. Глагола старець. Не бойся, чаду, но мужествен буді. Помяни твоя іжу от детства постнические в пустыні подвиги і труди, мужественну Бога ради подятия. Не помніші ли, когда 35 дней не еды прибылиси? И паки не помніші ли, как усреспинаясь Христу, 12 дней руце крестообразно простерти имея, неподвижим стоялиси? И забыл ли си, как у на жестоких каменях и на острых черепинах полагалиси себе? Аж ты та вся в жизни твоей сладко Христа ради терпелиси, то почту на ине муки сия, единим часом боевающе боишися? Копри же, теми словесы утвердився, просветися лицем и небоязненок сковраде с старцем идяше, восходящим же им на сковраду глагола Патермутий. Брате Коприе, возведи очи твои горе. Коприе же возрев на небо рече, вижду ангелы, приближающиеся их же главы Русей преисполненной. Молю же те отче глаголи к ним, да не гневаются на мя, як утвергохся Христа. И так взойдоша оба на сковраду, як и по злачном месте хуждаху, ругающийся мучителю. Сковрада Боабио студе в конец. Мучитель же то видя, множе и яряше се и повеле разжижти пещ огненную, е же вовръщи в нем ученики на сужение. Разжигаемый бывший пещи, приступи к Коприю един от воинов царевых именем Александр и рече: «О, каянне Коприе, первые пожерали си Богом, а ныне не хощеши, но обрати се паки к ним, да избавиши се от огненния смерти». Отвещаемо святый Коприй: «О, дабы первый мой грех, им же согреши Христу моему, в забвение положен был пред Богом. Аж тебу соберется вода морская, и вся реки, и источницы, и вся небесная капли, несуть до волны и умыйте скверну греха моего. Обаче не отчаиваюся милосердия человеколюбивого владыки моего». Александр же от словес Коприевих умилився рече: «Хотел бы и я с воин быть и того царя, и може вы в воине стеся». И начен Коприй получать его святой вере, сотвори туго веровати во Христа. Разженной же бывшие пещи зело и преподобным мучеником в ню грядущим, последствова им Александр глаголя: «Пойду я с вами, отцы блаженний, поймите меня с собою в пещ Христа ради». Они же взяши его под руцы и идях укупно. Та же Александр и земся от рук их, пойди преди к пещи. Егда приближися к устью пешному, пламен вели противо его из пещи и зайде, обаче не упаляше туго. И глаголаше Александр ко пламеню: «Аж ты Господним повелением изшелеси сожищимя, сожжи обо человека грешного». Сияемо вещаю, что растопися пламен на двое, и ста сюду и сюду, як уже древле вода в черпнем море, и даяше среди себе ему путь. И вниде Александр внутрь пещи, не прикасающе се ему пламеню, и узрев таму ангелы Божии, рече к ним: «Молю вас, Господи мой, спасите мя грешного». Отвещаше ангели: «Того ради и послание смей сему от Бога, да во спасение поймем тя». И взяше душу его ко Господу, тело же его остася во огни мертву, но не опаляемо. Внедоше же по ними преподобни отцы и Патермути и Коприи. Так уж де огнем не опаляеми, и седяху при телеси Александровом поющи и хвалящи Бога. Остудившися же пещи весьма, изведени бъйше святии пред лице царево живо и целый, немало же от огня враждени, и тело святаго Александра изнесено бъй с неопалимо, благоухание вели изпущающее. И почудився цар рече: «Воистину велик ест Христос». И пак и применив си рече: «Велица и судь Бози, а Христос ничто же ест». И нача принуждати святых к идолопоклонению. Преподобни же Патермути рече к нему: «Понеже не в славу Божию набрани деши, то го ради не возвратишися вспять, но уязвлен будеши неисцельную язвою, ниже овеси убивающа го те и зле умреши». Тогда цар исполни все ярости, повеле убити их мечем. И изведени бъйше святии из града на место смертное, и помолише се к Богу пред кончиною своею, и бъйст с небесе глас Патермутия похваляющ, Коприя прощающ, обоих же в покой вечния призивающ. И радующе се преклониша под меч главы своя, и скончаше се положивши души своя за Господа своего. А Юлиан скверний набран шед, побежден бъйст от персидских воев и от невидимой руки копием язвлен, извереже душу свою люта и пословеси святаго Патермутия не возвратися в землю свою, погибе с шумом.
Бисджі скончані святих преподобномучеників Патермуті і Копрія, а с ними і святого Александра місяця Юлія в 9-й день, обладаєш ту в римляних Юліану законопреступнику, в нас же царствую, що Господу нашому Ісусу Христу, і ми же с Отцем і Святим Духом честь, слава і держава, нині і присно, і во веки веков. Амінь. В пролузі напечатано, як у святому Копрію повеленням мучителів і мізику трезен, а святий Александр не в пещті умре, но со святими отце і зайде без вреди із пещті, і всі тріє купно в оглави усечені бийша, но достоверне в великої мінеї четії. В великої мінеї четії, я же рукописне є єсть, і в іних рукописних книгах в житті преподобних тех отець вначале положений вопроси Копрієвої к Петермутію от Божественного Писання, от коїх вопросов некій зде вкратце да воспомянуться. Рече Копрій, молюся ті, отче, скажи ми силу словес апостольських сих, аз живях корме закони інокда, пришече же заповеді греху бо живе, аз же умрох. І обрете си ми заповедь, я же в живот, сия в смерть. Очесом сия апостол вещает. От веща Петер Мутій, Павел святий не бе кроме закона, глаголит бо о себе, аз евреїн от евреї, по закону фарисей. Я ще евреїн бяше, то когда жил кроме закона, понеже евреум закон дан бисть. Мню бо яко от лица Адам ли сие глаголит. И же враи прежде повеление ему заповеди, еже не вкусить от древа поживе некое время кроме заповеди. И когда же даде си заповедь не вкусити, тогда грех уживе, а Адам умре. Я же имееше быть заповедь Адаму в жизнь, та сотвори си ему в смерть. Услушав себе заповеди, вкуси от древа и изгна си из рая и умре. Глагола Коприй. Вразумил ми си отче толкуванием сим. Но еще вопрошу. Рече Господ в Евангелии, некая жена и муж ти 10 драхм погуби едину. И вжекши свещу ищет погибшия, и обретши созывает другини и соседи и глаголющи. Радуйте се со мною, яко обретох драхму погибшую. Сия Господни притчи не могу разуметь, скажи мне ону и отче молютя. Отвеща Петер Мутий. 10 драхм суть серафими, херовими, престоли, господствия, силы, власти, начала, архангели, ангели и Адам первозданный. Жене же разумною подобися Христос, и жест по апостолу Божия сила и Божия премудрость. А понеже 10 драхма Адам отпаде в пагубу, убо и городи Христос, оставив 9 чинов ангельских на землю сниде, донде же взискату го и причте ко ангелум. Пак и вопроси Копри и глаголя. Пишет се во Евангелии, не вливают вина нова в мехи ветхи, просадят се бо меси и вино пролиеция. Но вливают вино ново в меха и нови, и обое соблюдеция. Каково е с цих словес толкувание, скажи мне, отче? Отвеща Петер Мутий. Мехи ветхи суд жидове, меси же нови суд мы язици, а вино ново, благодать новая, и уже влия в нас Христос. Ветхи же меси жидове, того вина в себе не вместише, но проседише ся. Архиерей бо растерза ризи своя, и прочие жидове терзаху се от зависти. Приложи же Копри еще вопросите о словесех пророка Авакума сих. Навели си на море кони твоя, смущающие води и многи. Патермути же сказа, яко море ест мир сей, кони же апостоли, от Христа в мир послани. Их же проповед слышавши, возмутише си язици и подвигоше се цари и князи. Весно буди, яко в отечниках и ние суть теми именами нарицающие си отцы преподобни Патермутии и Коприи, в тех же египетских пустынях жительствовавшие, у их же разности и да всякому яве будет, судиху ми тех жития здеже воспоминути. Конец жития преподобномучеников Патермутия и Коприя.